В Нарьян-Маре стартовал региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие прошло в очном формате в стенах городской школы номер 5. Конкурс проходит в округе уже 22-й год. В конкурсе «Безопасное колесо» участвуют добровольные отряды школьников, которые пропагандируют безопасное поведение на дорогах. В прошлом году победителем регионального этапа в Ненецком округе стала команда детско-юношеского центра «Лидер». В этом году переходящий кубок разыгрывается между 9 командами. Среди них учащиеся 1, 2, 3 и 4 школ города, Ненецкая средняя школа имени Перерка и участники из поселка Красное. Сегодня у ребят 4 основных этапа и творческий конкурс. Они сегодня сдают фигурное вождение велосипеда, правила оказания медицинской помощи, знания ПДД и знания основ безопасности жизнедеятельности. На творческий конкурс ребята заранее сняли видеоролики. Конкурс «Безопасное колесо» проходит в 3 этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. После регионального этапа проводится отбор, соответственно, детей. И те дети, которые заняли первые места, будет создана группа, которая поедет на всероссийское безопасное колесо. Одна из станций конкурса – оказание первой медицинской помощи. Здесь дети проходят теоретические и практические испытания. В практическом этапе мы оцениваем их правильность исполнения, наложение тех или иных повязок, соответственно, и жгутов. Это делается для того, чтобы у ребенка при возникновении таких моментов, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, они могли уже самостоятельно достать из аптечки те или иные ингредиенты, получается, и, соответственно, оказать первую медицинскую помощь. Основная цель конкурса – профилактика детско-дорожно-транспортного травматизма. Участники отряда юных инспекторов движения пропагандируют безопасное поведение на улицах и дорогах города среди учащихся своей школы. Проведение подобных мероприятий среди школьников уже дало положительные результаты. Да, конечно, есть результат. Результат очень большой. Дети, так вот даже я водитель, да, я еду, когда на машине, я вижу прямо, как вот дети всегда слезают с велосипедов, переходит дорогу пешком. Добавим, что в качестве компетентного жюри выступили сотрудники ГИБДД. Награждение победителей конкурса пройдет 24 марта. Организатором выступил Ненецкий региональный центр развития образования. Анастасия Евтысова, Владислав Носкин, телеканал «Север».